Нынешнее поколение школьников учится по образовательным стандартам нового поколения. Так ФГОС начал внедряться лет 6 назад. Каковы первые итоги этих перемен и над чем еще предстоит работать? Это стало темой педагогического совещания в Куйргазинском районе. В работе конференции приняли участие члены Координационного совета Института развития образования Республики, Министерства образования, специалисты ведомства, педагоги и руководители школ районов Юга Республики и города Кумертау. Работа была организована на 4 площадках. Это в школах номер 1 и номер 2 села Ермолаева, гимназии имени Рашита Султангареева села Новотаймасово, школе имени Баязита Бигбая села Новомурапталово. Всего в рамках конференции в этих образовательных учреждениях было показано 33 открытых урока и внеурочных занятия. Оценка всей работе была подведена уже за круглым столом, где были отмечены высокий уровень компетентности учителей, соответствие уроков требованиям ФГОС. Затем в 4 образовательных учреждениях были проведены педагогические мастерские. 10 мастер-классов показали учителя Куйргазинского района, их коллеги из города Ишимбай, а также преподаватели Института развития образования и представители издательства «Драфа», в числе которых и Елизавета Щеглова. На примере электронных учебников издательства «Драфа» мы сегодня рассмотрим особенности работы и организации образовательного процесса обучающихся по географии. Вот. Электронная форма учебника – это как раз такой сейчас новый продукт, который только приходит в российские школы. И нашим учителям, я думаю, будет очень интересно узнать, каково же их будущее в преподавании географии и как будет выглядеть образовательный процесс в перспективе. Интересным и содержательным был урок Ирины Капошко. Она подготовила открытый урок по окружающему миру для второклассников. Сегодняшний урок мы будем проводить по новым федеральным государственным образовательным стандартам. От ребят я жду в первую очередь активности, любознательности. Ну, как всегда, обычно проходят наши уроки. По завершении мастер-класса на базе школы номер 1 села Ермолаева прошло заседание Координационного совета по методическому сопровождению ведения и реализации ФГОС. Участников конференции поприветствовал заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Наугад Калимулин. Также с пожеланиями к педагогам обратились ректор Института развития образования Рамиль Мазитов, специалисты института. Были высказаны впечатления, озвучены предложения и рекомендации. Надо сказать, что в течение периода подготовки были установлены хорошие контакты с школами, с учителями. И очень отрадно, что многие учителя шагают ногу со временем. Действительно, свои уроки они строят именно в соответствии с требованиями федеральных стандартов. И сегодня они вот как раз-то и показали как бы свои лучшие достижения. Также в рамках проведенного форума учащиеся школ подготовили для гостей творческие выступления. Айгуль Мухаммедшина, Нияра Кашапова, Игорь Хлопотов, Денис Тихонов. Новости.